и на верном пути. Чужаки как изгои. Трейлер «Медленных лошадей» начинается. Вы руководите отбросами. Мне не нравится это прозвище. Как вы их называете? Отбросы. В Slayer House попадают по двум причинам. Первое. Ты полный неудачник. Бори за себя. Второе. Ты случайно кого-то разозлил. Подтверждаю, это автомобиль-бомба. Атака смертника. В торговом центре. Боже мой. Чем вы мне это все рассказываете? Должны ли вы предотвращать взрывы? Я отправлю сообщение. Узнаете, что все только начинается. Он монстр. Он создал отряд убийц. И наручники. Не нужно. Пойдем. Не рискну с типом, похожим на маньяка. Внешность. Придется обратиться в отдел кадров. Они тушат пожары каждый день. Ты просто хочешь сохранить работу. Да, потому что я чертовски хорош. Мне нужно защитить деда. Он постоянно в замешательстве. Ему кажется, за ним следят. Ты вечно убегаешь, пытаясь геройствовать. Уровень угрозы критический. Во что мы ввязываемся? Я надеялся обойтись без убийства. Я возвращаюсь в постель. Может, еще и душ примешь? Заманчиво, но сейчас неуместно. К тому же моя команда только что погибла.